Добрый вечер, дамы и господа! Мы рады приветствовать вас на международном бойцовском шоу! Сегодня вы станете свидетелями бескомпромиссных боксерских поединков, организованных компанией Victory Team. Для присутствующих зрителей и миллионов болельщиков и фанатов по всему миру в прямом эфире из сердца России мы начинаем! For the glory and proud, now begins the time to deserve the victory! Listen a song for the broken highway. The shining brave for 50 bodies. I'm gonna be just a face in brown. You're gonna hear my voice when shining out loud. It's my lights now or never. I'm gonna live for it. I just wanna live and I'm alive. My God is like an open highway. I'm breaking down and getting my way. I just wanna live and I'm alive. It's my life. This is who won, who stood the ground. Never break down. Tomorrow's getting high, it's no mistake. Looking and breaking on, breaking away. It's my lights now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live and I'm alive. It's my life. My God is like an open highway. I just wanna live and I'm alive. It's my life. Tomorrow gets high, turn your lights. Don't bend, don't break, baby, don't back down. Like an open highway, I'm breaking down and getting my way. I just wanna live and I'm alive. It's my life. Вечер санкционирован Федерацией профессионального бокса России. Президент Виктор Агеев, глава компании Victory Team и супервайзер данного вечера Андрей Халайджан. Промоутеры данного бойцовского шоу Константин Попов, Арам Давтян. Генеральный партнер «Семечки Тамбовский Волк». Данный вечер проходит при поддержке Тамбовского государственного университета имени Державина. Судьи у ринга. Дмитрий Красичков, город Липецк. Евгений Суховерков, город Воронеж. Павел Малов, город Тамбов. Судья-хронометрист Михаил Сальников, город Лиски.
И с ударом гонга ваш рефери в ринге Алексей Пашинин, город Воронеж. Итак, позвольте вам представить третий бой нашего вечера. В красный угол ринга приглашается боец из города Тамбова, Россия, Яна Денисова! Синий угол ринга приглашается боец из Германии, Тина Рупрехт! Я открою дверь тихонько, заберу тебя с собой. Красного угла ринга боец, вес 48,5, рост 162 сантиметра, возраст 22 года, профессиональный рекорд, один бой, одно поражение, из Тамбова, Россия, Яна Денисова! Синий угол ринга, боец, ее вес 47,3, рост 153 сантиметра, возраст 23 года, профессиональный рекорд, 3 боя, 3 победы, из них 3 нокаутом, из Германии, Тина Рупрехт! Я на левую ручку.
Нащупывай ее. Кидай, кидай, кидай. Ты работай первым. Давай, давай.
Для награждения в ринг приглашается представитель Федерации ММА Тамбовской области Рустам Мадаян.
В этом бою единогласным решением судей победу одержала Тина Рупрель!